Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на нашем канале Vita Virtus с очередным раскладом я к вам. Расклад будет небольшой, подробно сегодня посмотрим мысли загаданного человека о вас. Конечно же, напоминаю, что вы еще можете присоединиться к нашему курсу, к нашей академии. Ну что, давайте посмотрим мысли. Не буду вас сегодня напрягать этими объявлениями. Три варианта. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Загадывайте. Если нужно больше времени, ставьте на паузу. Начнем, да? Любите ли меня? Первый вариант — царь. Будем смотреть только мысли. В настоящий момент вообще, что его занимает, да? Вот что в его мыслях вообще не касательно вас. А что вообще в настоящий момент, когда вы смотрите видео, о чем он думает? Как он хочет отдохнуть, как он хочет удовольствия, как он хочет... Вообще хочет с кем-то отдохнуть. Вот с кем-то встретиться, отдохнуть, провести время. Такое размышление о друзьях, о знакомых, о людях, с кем он общается, как он общается и как кто живет, в удовольствии или не в удовольствии. Анализирует, да? То есть серии там, кто мне советует... То, чего добился. Не конкретно про кого-то, а что-то в общем. Вот по двойке мечей. Не конкретно о каком-то думает. А вообще думает о смысле жизни. Кто как живет, кто чего добился, кто в итоге живет в удовольствии. Хорошо. Что в настоящий момент он думает о вас, как о человеке? Мужская карта. Вот смотрите, да? Вот что он думает о вас, как о человеке? Когда мы смотрели просто его мысли, паж жезлов. Паж. Когда... А когда вы король жезлов. Хорошо, что он о вас думает? Во-первых, вы сильная, самодостаточная, уверенная в себе, но как о человеке, потому что я не смотрю сейчас вашу личную жизнь. Вы добились большого успеха, вы яркая. Король жезлов с солнцем – это бизнес-вумен, бизнесмен. Это человек, который добился высокого уровня. Солнце, которое светит. Опять же, это не обязательно быть известным. Солнце — это может быть просто нескончаемый поток, исток энергии, денег и так далее. Но по повешенному что-то там не так. Поэтому, что он думает о вас, человеке, что да, вы сильный, уверенный, самодостаточный человек, но все равно в вашей жизни что-то не так. Вы, ну, он считает даже, что вы страдаете в этой жизни от чего-то. Он считает, что вы... Все, даже если вы очень успешный, и у вас там семья, род, не знаю, какая-то хорошая родовая программа, если она об этих вещах думает по солнцу, или поддержка какая-то родовая, то все равно вам не очень хорошо. У вас все равно достаточно тяжелая карма, достаточно тяжелый путь, и вы со многими вещами справляетесь самостоятельно. Что он думает о вас как о женщине? Он вас потерял как женщину. Как женщину для себя он потерял, и ждать вы его не будете. Он считает, что вряд ли... Но он считает, что вы та женщина, которая его к себе уже не подпустит. Здесь будет карта сопротивления, карта конфликта. И очень тяжело к вам подойти. Потому что... Вообще считает, что у вас уже все хорошо, у вас есть какие-то знакомства. Он, кстати, за вами следит. Как о женщине, он узнает о вас очень много нового в последнее время. Как-то по-другому вас раскрывает. Какие-то новые такие стороны, которые, о которых он вообще даже как бы не догадывался. Но вообще, как женщина, он вас потерял. Хорошо, в сексуальном плане. Вот как... А, ну тут... Просто видите, как о женщине, он немножко по-другому думает, без похоти. И даже, кстати, когда я спросила про секс, здесь любовь. Есть у него чувства к вам, но они достаточно тяжелые, они всегда такими были, и человек, скорее всего, в эти чувства идти не хочет. Но мы смотрим мысли сейчас, не чувства. Поэтому что он думает о вас как о сексуальном объекте, да? Вот в плане секса, любви, романтики. Туз кубков. Там невозможно устоять, потому что вы вызываете бурный шквал эмоций. Туз кубков — это и есть максимальная вот полнота эмоций. Поэтому, конечно же, вы стабильно излучаете сексуальную энергию, стабильно излучаете романтическую энергию, ему от этого еще тяжелее, ему от этого плохо. Что он думает о вашей личной жизни в настоящий момент? Императрица, влюбленная, четверка пентаклей, что у вас все стабильно, жена. Смотрите, императрица, она не всегда может быть женой, потому что это общие расклады, я поэтому
смотрит девочки разного возраста и раз разных ситуаций. Императрица, вот что она о вас думает про личную жизнь? Ну, давайте так, у императрицы всегда личная жизнь налажена. У императрицы всегда все прекрасно в личной жизни. Даже если она одна, это императрица так решила, потому что она главная. Она здесь все материализует в реальность. Вот все, что происходит в вашей жизни, в личной жизни, это только ваша воля. Вы особо там никуда не торопитесь, вы скорее всего, находитесь в каких-то романтических отношениях, может быть, тоже так. Но он считает, что у вас там все в порядке. Если вы замужем, то он знает, что вы замужем. Потому что императрица, ну, здесь вот с влюбленными это как женщина, у которой все в порядке, всегда было и будет. Но сильно вы как-то ее либо не показываете, либо не развиваете, либо никуда не торопитесь. А что он думает, вы думаете о нем? Он считает, что вы о нем ничего не знаете. Он считает, что вы как бы его отпустили. Да, возможно, с помощью интуиции, с помощью снов, может быть, с помощью какой-то дополнительной информации вы что-то о нем узнаете. Но он считает, что здесь карта отъезда, шестерка мечей — это когда человек бежит от трудностей, либо от каких-то конфликтов идет в новую жизнь. Вот он считает, как вы о нем размышляете. Ты хотел новой жизни, ты в нее ушел. Но ему кажется, что вы о нем думаете с очень большим таким уважением. Как бы там ни было, он считает, что вы к нему хорошо относитесь. Есть ли какие-то обиды у вас, по его мнению? Восьмерка пентаклей. Нет. Да, королева мечей. Да, возможно, если он появится в вашей жизни. Опять же, я не вижу здесь разрывов. Я не говорю здесь, что здесь разрыв, потому что многие потом пишут. Я сейчас думаю о том, вот, то есть я спрашиваю о том, что он думает, а вы о нем думаете. И здесь выпадает, что он от вас как бы убежал, уехал, отдалился, убежал, вот отстранился. Поэтому как, с какой целью? Я не хочу выяснений, я хочу тишины и спокойствия, я хочу заниматься своими делами. И что вы об этом обо всем думаете? Что он занимается работой, он строит свою карьеру. Да, если он появится, вот если в настоящий момент он появится в вашем окружении, вы будете по королеве мечей с ним очень холодны. И, возможно, даже не захотите с ним общаться. Почему? Потому что вы его любите, и вы очень сильно страдали и скучаете по нем. Он все про вас знает, на самом деле. А что он думает про ваши отношения? Он считает, что он герой-любовник, король кубков с картой пижона, победителя, что эти отношения можно продолжать, возобновлять, как угодно. Он очень уверен в себе, и он действительно считает, что вы его любите. А что он думает по поводу своих чувств по отношению к вам? Ну, он может говорить только про удовольствие, он закрывается. Он закрывается, он сохраняет свою безопасность, он бережет себя, он бережет свое сердце, но он всегда будет позиционировать и рассказывать о том, что это не отношения, это просто по девятке пентаклей, мы с тобой просто, ну, нам так хорошо, мы получаем удовольствие вместе. Для него это целый кармический урок — научиться говорить о своих чувствах, научиться вообще идти в чувства. И не скоро. Ну, не знаю, для него построить нормальные человеческие отношения очень сложно, для него это целая кармическая задача. Что он думает о будущем ваших отношениях? Не думает он о будущем. Хаос в голове. Он понимает, что в настоящий момент не лучшее время об этом думать. Ну, видимо, не время. Может быть, не самый лучший момент, чтобы интересоваться и планами по поводу ваших отношений. Потому что что между вами в настоящий момент? А может быть, союз с какой-то женщиной, кстати. Отношения с какой-то женщиной, которая ему очень сильно помогает. Но он не считает, что он с вами расстался. А в каких он отношениях с этой женщиной? Это может быть и жена. У всех разные ситуации. Колесо фортуны. Да, он пытается сейчас строить какие-то отношения с девушкой, с женщиной, которая как-то его либо помогает в жизни, либо он надеется, рассчитывает, что она каким-то образом повлияет хорошо на его будущее, на его перспективы. Но это любовные романтические отношения, он их будет скрывать, он их не афиширует. Он больше их позиционирует как дружбу с очень нужной для него женщиной. Так, второй вариант. Давайте все о мыслях загаданного человека.
что он там думает, что он там чувствует, как он там себя воспринимает. Итак, настоящий момент, что между вами? То есть пентакли, тройка пентаклей, король пентаклей. Вообще, кстати, у человека есть желание либо вам что-то подарить, либо как-то вот как-то проявить себя, показать себя, напомнить себе. Но вообще здесь нету разрыва. Ни разрыва, ни... Может быть, союз, потому что союз. Здесь хорошие карты. Наблюдение. Что из этого будет? Да, есть, возможно, какая-то напряженная ситуация, но опять же здесь нету точки, нет разрыва, это не ваш бывший. Мы сейчас бывших не смотрим, мы сейчас смотрим мысли человека. В настоящий момент наблюдает периодически, постоянно он за вами наблюдает, от случая к случаю, понимает, что это как-то все до поры до времени, дальше будет лучше. Как шанс, как ждет шанс на какой-то союз. Что он в настоящий момент вообще, о чем он вообще в настоящий момент думает? О какой-то удаче, которая... Ух ты, смерть дьявола, колесо фортуны. Человек хочет сорвать прям большой куш. Он хочет вырваться, вот прям хочет добиться такого большого успеха в этой жизни, чтобы вот прям... Знаете, это человек, который хочет вас взять успехом, какими-то возможностями, деньгами. Вот я добьюсь больших успехов, я стану крутым, богатым человеком, ну, либо успешным человеком. Ну, тогда мне тогда все будет доступно. Думает о своей удаче, думает о изменениях в своей жизни, о трансформациях в своей жизни. Да, какая-то может быть нехорошая ситуация в настоящий момент, но он все равно думает о том, что будет очень классно, будет что-то очень круто вот в скором времени. Что он думает о вас как о человеке? Вы его избегаете. Причем это по справедливости. Почему? Потому что вы не хотите с ним общаться, вам неприятно и больно. Для вас как наказание общаться с ним. Что он думает о вас как о женщине? Женщина, которая очень мудрая, очень интересная, из которой хочется создать семью. Семью в удовольствии. Причем есть такие карты. Женщина, с которой любой мужчина может получать удовольствие. С которой можно идти в семью, с которой можно... Просто эти карты любовницы и карта семьи. То есть вы и любовница шикарная, вы и жена шикарная. И вообще он для вас как-то раскрывает совершенно по-новому. И очень такой открытый, смелый человек, очень необычно. Может быть, в чем-то наивный, как ребенок, может быть. Но все равно очень... Он вас как-то обидел очень сильно. Здесь пошли все женщины. И хорошая жена. Вы и умная, и хозяйственная. И деньги вы умеете зарабатывать. Все у вас стабильно, и все у вас прекрасно. Он вам восхищается. Но таких женщин он не встречал, потому что вы что-то новое в его жизни. Как он к вам относится как в плане сексуальности и чувств? Очень. Здесь высший пилотаж. Ему от этого еще хуже. От чего ему плохо? От того, что такую императрицу, здесь императрица в соединении с кармической задачей, то есть и судьбой, картой судьбы. Ему еще тяжелее от того, что он в жизни такой женщины не встречал. И здесь получается, как женщина, которая пришла ему для выполнения какой-то кармической задачи, но он считает, что вы по судьбе даны друг другу. Он там что-то все придумывает, но ему от этого еще тяжелее, потому что здесь через сложность. Вот ему плохо от этого, он не может себя сдерживать. Потому что я спрашиваю его сексуальность и чувства к вам. Здесь с сексуальностью очень все круто, поэтому ему от этого тяжело. Ему тяжело, он не может как-то вынести, ему даже справляться со своими эмоциями тяжело. Почему? Потому что здесь императрица, причем которая его чему-то учит. Он через вас проходит какой-то опыт. Ему очень сложно. Так, что он думает о ваших взаимоотношениях? Он вас просто хочет безумно. И он считает, что вы его избегаете, либо уходите с возможностью вернуться. У него к вам есть чувства. Вы очень красивая, сексуальная, интересная королева жезлов, с которой очень хорошо, и с которой... Здесь в этой колоде просто карты немножко другие значения имеют. И здесь как желание продолжать с вами род, желание
идти дальше. Причем, знаете, как что он думает о ваших отношениях? Как бы он вас не любил, вы все равно, как этот малыш, вы вырастете и уйдете из дома. Ну, как вы уйдете из этих отношений, потому что вы страстная, самодостаточная, сильная. И его это еще больше подстегивает, он еще больше к вам испытывает чувства. Какие у него планы по поводу ваших отношений? Да, он безумно хочет эти отношения. Хочет, он просто вас хочет. Здесь столько огня, столько страсти. Это жезлов, рыцарь жезлов, король жезлов, вернее. Рыцарь жезлов. Он хочет продолжать с вами отношения, он хочет быть вашей парой. Он хочет переходить на какой-то новый уровень. Что он думает, вы о нем думаете? Вы держите паузу. А, все, девочки. Что он думает, вы о нем думаете? Вы держите паузу, потому что здесь у мужчины несет ответственность за какой-то другой союз. И вы хотите развивать семью. Вам нужна семья. Вам нужен император, с которым вы будете строить новые пути дороги. Мужчина здесь может быть женат. Либо у вас есть другой император. Здесь проблема как раз в императоре. Здесь проблема в том, что либо есть муж, либо он чей-то муж. И вас это действительно не устраивает. А каких вы хотите отношений, по его мнению? Вы мечтаете о семье. И очень сильно из-за этого страдаете. Это его мысль. Он вам может дать семью? Да, это возможно, но не сейчас. Его этот вопрос очень сильно раздражает, потому что в настоящий момент он этого как бы дать не может, но он очень бы хотел бы, наверное, в мечтах. А что у вас может быть? У вас может быть другой мужчина, который появится в вашей жизни очень неожиданно, по солнышку, с которым у вас будет семья. Либо у вас есть этот человек. Но здесь вот башня, конечно. Либо, если вы сейчас замужем, то этот человек может вас развести, может вывести из каких-то отношений. Но вообще, что у вас будет в будущем? Мне кажется, вы расстанетесь со вторым вариантом, потому что у вас приходит совершенно другой человек, он будет соперником для вашего мужчины, на которого вы сейчас в настоящий момент смотрите. Третий вариант – мысли загаданного человека о вас. В настоящий момент, что у вас в отношениях? Это новый виток. Все стабильно, все хорошо. Ты моя прелесть, ты моя собственность, я никому не отдам. Ты моя любовь. Да нет, здесь есть чувство, просто какой-то новый виток начинается. Либо это новые отношения. Возможно, это просто новые отношения. Потому что здесь нет активных действий, но здесь есть бурное развитие эмоций. Здесь все стабильно, но здесь нет, как будто, чтобы человек что-то хотел, требовал, развивал, гнался куда-то, бежал куда-то. Нет, здесь есть туз кубков, здесь есть новые эмоции, новые чувства, новый виток. Это может быть в старых отношениях и в новых, но есть как новая волна эмоциональная. Что он думает о вас в настоящий момент? Обалдеть. Вот как мне считывать? Семья, жена, семья. Он о вас думает, что вы семья. Вы семья, две карты семьи. На этом, в принципе, расклад можно заканчивать. Вы его женщина, и с обеих сторон семейные карты. Если вы в паре, то у вас начинается просто как новый виток любви, новый виток чувств, новый виток эмоций. Он об этом думает. Хорошо, а что вообще у него сейчас в голове? Он думает о своей судьбе, он думает о своем союзе, он думает, король кубков, насколько он чувствует, любит. Ему сейчас очень хорошо, он влюблен, у него романтическое настроение. Он считает, что ему очень повезло в жизни, что по судьбе ему дан хороший союз. У него начинается какая-то новая жизнь, очень счастливая, удачная. Очень хорошие мысли. Что он думает о вас как о человеке? Девятка кубков, удовольствие. А, ну вы хитренькая такая, вы им управляете, вы им крутите, но он постоянно думает о том, как вас можно победить, но опять же, что он думает о вас как человеке. Человек, живущий в свое удовольствие, очень умный, хитрый, использующий нужные моменты в этой жизни для того, чтобы победить. Он вас вообще считает лидером, победителем. Вот знаете, есть два типа людей. Один тип людей — это те, которые сдаются, да, вот ему говорят, слушай, ну у тебя не получится. Он такой, да, у меня не получится. Есть тип людей, которые, вот не дай бог ты им скажешь, что у тебя что-то не получится, этот человек костьми ляжет, но сделает так, чтобы у него получилось еще
в 3 раза больше. Вот это вот история о вас. Вот так вот он думает о вас. И вы не умеете ждать, и от этого очень сильно страдаете. Возможно, вы сейчас о чем как-то, что он думает о вас, человек, как о человеке. Вы не любите ждать, когда вам приходится что-то очень долго ждать, либо надеяться на что-то. Вы очень сильно от этого страдаете, потому что вы привыкли получать все очень быстро и сразу. Что он думает о вас в сексуальном плане? Фу, девятка пентаклей, лучшая любовница. Причем он четко понимает, что конкуренции у вас нет, но у него всегда может появиться много конкурентов. Ему надо конкурировать, ему надо постоянно работать над собой. Ну, еще такие карты здесь, кропотливая работа руками, да, вы будете его возбуждать, вы будете его очень сильно, ну, вы очень сильно возбуждаете. Здесь карта любовницы и карта того, что он рядом с вами чувствует себя шикарным любовником. Он очень сильно по вам скучает. И даже если у вас какие-то паузы, либо разрывы, человек сам будет выходить на связь. Может быть, когда-то дольше, когда-то там чаще, меньше, но начала спрашивать сексуальность. Вы у него в сексуальных фантазиях, он постоянно будет думать о вас. А что он думает, вы думаете о нем, как о мужчине? Ой, он считает, что вы его, ну, недооцениваете, вы считаете его молодым пажом, который вот как бы может быть... Ну, как бы не воспринимаете его всерьез, не ставите его своим императором. Вы-то у него императрица, а он считает, что вы его как бы недооцениваете. Но вообще умеренное солнышко, он считает, что вы видите в нем мужчину для семьи, для детей. Тут все в порядке. А что вы думаете, по его мнению, о нем как о сексуальном партнере? Туз мечей. Ой, нет, ну он о себе очень хорошо думает. Он считает, что вы испытываете к нему безумную страсть, вам очень сильно с ним повезло. И вообще таких, как вам очень как бы якобы с ним повезло. Наверное, повезло, но он в себе очень уверен. Он очень в себе уверен, потому что есть колесо фортуны и какие-то прошлые чувства и эмоции. Он считает, что он лучший, самый страстный герой-любовник в вашей жизни. То есть вы никому такую страсть, как к нему, в прошлом не испытывали. И он пришел и изменил всю вашу жизнь. Но он действительно, скорее всего, пришел и изменил всю вашу жизнь. Либо хочет поменять. Что он думает о вашем будущем? Он очень боится, что кто-то появится. Он очень вас ревнует. Он, может быть, позиционирует себя как неревнивый человек, но он постоянно на контроле. Он очень боится, чтобы у вас кто-либо не появился в будущем. Поэтому ему тяжело, он очень переживает, чтобы вас никто не увел. Вот у него он собственник. Да здесь выпадала карта такая. Так, ладно. Что еще спросить? Как он видит ваше будущее через несколько лет? Нет, не думает он об этом. У него больше как мечты. Дьявол, отшельник. Боится он об этом думать. Но где-то глубоко в душе, в надежде, да, он считает себя... Он хочет быть вашим мужем, он хочет... Просто, видите, он боится об этом думать, у него очень много предрассудков, у него очень много каких-то предостережений, потому что дьявол и отшельник, он очень боится остаться один, но в глубине души он хочет быть вашим императором. Но и сейчас он чувствует и ощущает вас своей женой. Я не знаю, в каких вы отношениях, но, опять же, если это просто отношения, императрица — это моя главная женщина. Вот та женщина, которая рядом со мной, та женщина, которая... помогает материализовывать мой мир, да, потому что женщина владеет волшебной энергией, которая помогает мысли воплощать в материю. Вы на сегодняшний день у него самая главная женщина. Здесь императрица, окруженная 2 десяткой пентаклей, 10-кой кубков. То есть у вас и общие эмоции, и общие чувства, и общие деньги, и общие... Он вас видит своим родным и близким человеком. Очень хороший вариант, третий. А почему вы смотрите... Десятка мечей, переживаете. А, разговоров много каких-то. Очень много каких-то неприятных разговоров, из-за которых у вас как бы все представление о нем заходит в тупик. Такие вот варианты. Всего вам доброго и до новых раскладов.